В России проходит декларационная кампания. Предоставить сведения о доходах за 2020 год в налоговую инспекцию гражданам необходимо до 30 апреля. Сделать это можно либо по месту своего учета, либо в Центре госуслуг «Мои документы». Заполнить декларацию также можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика. С 2020 года поменялась налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц. Теперь в ней существует лист, раздел, в котором налогоплательщики сразу заполняют его, и там заполняют реквизиты сразу на перечисление сумм. Это касается деклараций, которые подаются к налоговым вычетам, потому что таких деклараций, конечно, намного больше, чем декларации к уплате. Отчитаться о доходах нужно тем, кто в течение отчетного периода продал недвижимость, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдал имущество в аренду. Подать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы, занимающиеся частной практикой. Также напоминаем, что изменились реквизиты по уплате налогов и изменен код КТМО на Ленинский городской округ 46707000. За нарушение сроков подачи декларации, а также неуплаты НДФЛ до 15 июля, налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени. Сейчас налоговую инспекцию номер 14, которая обслуживает Ленинский городской округ, жители посещают довольно активно. Вторник, четверг мы работаем до 8 часов, и практически всегда бывают люди. Каждый год, Ленинский район очень динамично застраивающий район, каждый год количество деклараций от 30 до 50% увеличивается. Но в основном сейчас, конечно, люди подают эти декларации к вычету. Налогоплательщики приходят в инспекцию не только по вопросам подачи декларации о доходах. Другие услуги также продолжают оказываться в полном объеме. Достаточно удобно, быстро, можно спокойно даже без ноутбука приехать, решить какие-то вопросы, и быстро подать документы. В целом я доволен. Стоит отметить, что срок подачи декларации о доходах не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить документ можно в любое время в течение года. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.